компенсирует. Отопительный сезон в областном центре может быть завершен в ближайшие дни. Об этом на планерке губернатору сообщил мэр Иваново Владимир Шарыпов. Предполагаемая дата окончания – 4 мая. При условии, что в течение 5 суток среднесуточная температура воздуха будет выше 8 градусов. Павел Коньков обратил внимание руководства муниципалитета на возможные изменения погодных условий. Пока прогноз не очень благоприятный для праздников. Ночные температуры 0, а то и минус 2. Вот. А в отдельные дни дневные не выше плюс 5-6 по прогнозу. Потому что люди, как правило, по этому поводу переживают, особенно ветераны войны. Поэтому я просил бы вас к этому вопросу подойти особым образом и наблюдать за развитием погодных условий.